Друзья, ну а перед тем, как мы посмотрим наш новый ролик, я хотел бы вам порекомендовать канал Игорюшкины зверята. Друзья, ко мне обратился канал Амставберта, а лично Евгений, и попросил, чтобы я сделал рекламку на новый канал. Соответственно, конечно же, когда я посмотрел этот ролик, меня это все удивило, очень даже, скажем так, настолько позитивно удивило, потому что видеть обращение людей с собаками-инвалидами, ну это действительно что-то очень необычное, это очень интересное. В свое время также я начал помогать Евгению, чтобы его канал поднялся, чтобы ему было проще. И теперь я бы также вас хотел попросить помочь этому новому каналу, посмотреть, как парень двигается, посмотреть, как он помогает этой собаке. Всегда приятно видеть в людях любовь, добро, которое они показывают нам, которые они вот делают для своих животных. Поэтому, ребят, давайте поможем новому каналу. Всем спасибо и приятного просмотра. Всем привет, друзья, гости нашего канала, а также наши подписчики. С вами, как обычно, канал Питбуля Black Mamba. Смотрите, Ирина. В общем-то, все здесь, кроме нашего КТ. Чё говоришь? Я говорю, надо и кота брать с собой. Ага. Хоть почувствовать, что такое свобода. И что не надо воровать мои печенья. Да, коте у нас сегодня отжег, представляете, открыл пакетик, главное, не порвал его, а каким-то способом развязал, хотя пакет был реально завязан. И котишка, на что вы думаете, украл одну печеньку, и причем, походу, неплохо ее съел, да? Да, половину сожрал, просто, зараза. Гаденыш, смотрите, рундик, добрались до покрышек. Конечно, я не любитель этого занятия, но уж думаю, ладно, чуть-чуть для вас поснимаем наших... О, да-да-да. Текилка, кстати, ребят, похудела у нас. Да, Текилка? А, ты похудела? Рунди. Бошка. Матрешка. Боша, давай хватай покрышку и беги с ней. Хватай покрышку, Боша. Не хочешь? А, Башунь? Рундик. Жопа текилы. Ой. Заняты, ребята, делами. Слушайте, мы вот вышли сейчас, время 10 часов, наверное, только стоять, Рон. А? Да, фу, слава богу. Жара просто невыносимость с собаками. Фурон. Стоять, я сказал, иди к покрышке. Бешено. Фу, блин, пылище-то развели, а? Что, ты доволен? А? Фу. Кабаря, не понятно. Да. Да? Это вот там, да? Да, вот собаками. Угу. Занимались. Чем, с собаками? Да. Да, надо, походу, отсюда сваливать, наверное, не знаю сейчас. Да, лучше. Блин, тоже с одной стороны смотришь, а с другой стороны думаешь, блин, страшно. Да, мы сейчас уйдем. Мы сейчас выйдем, а вы зайдете. Все, уступим мы, в общем, место людям. Какое небо. Красота. Ой, как красиво. Смотри. Харя же.
пошло. Тихо, текила. Вот, смотри, вот этот бок, да? Боже, пошли. Боже, рядом. Сюда иди. Ну все, мы уступили место. Конечно, ребята, в общем-то, мы неплохо там чуть-чуть побегали, скажем так. Поэтому надо уступать место, да, тем более опасно. Я лучше на поводок сюда. Вы сами знаете, какой здесь забор. Он даже здесь еще не может быть найти. Поэтому ну его нафиг, а? Блоховозик Томас. Мы его, короче, в последнее время начали называть Блоховозик Томас. Одна ручка. Это вот здесь. Ну давай будем честными. Гуляю с текилой я. А, ну в основном, не, когда вдвоем туда, когда я один, то я. Да, Рома, что с тобой вообще здесь происходит? Я не знаю, откуда мушкары. Очень много мушкары. Ужас просто, невыносимо. А вот на озере, где мы были, там их нету. Да. Заметил? В озерках нету. А вот здесь вот вроде бы, ну, прям в городе тоже такой. Здесь, ну, заклинище. Странно как-то, да? Да. Фу, так я что хотел сказать, в общем-то, ну вот, целый день жара, ребят, видите, я сгоревший, ну, уже более-менее откажу после Ирины день рождения, там спалился, там вообще просто жестоко, спину себе, руки, ну, там, за один день, если бы, Иру-то, тихо, Иру-то вы видели, как она загорела, это что-то нечто просто, ну вот. Да все равно даже камера не передает, даже твой загар. Так вот, и ходим, ребят, вечером уже гулять, потому что... Действительно, все уже. Днем не выйти. Я тут попробовал выйти днем. А стоит жара и такой, я почувствую прям по моим рукам такой. Жар идет, у меня руки гореть начинают. И я такой, да ты не будешь ты заниматься, заткнись ты уже, все, хватит с тебя. Ну вас в жопу этих собак. Мертвого, блин, замучил. Пойдем. Собаки. Так. Ронда. Все, пошли. Привет. Саша. Не ходи. Не ходи, мама. Боже, стой! Не ходи. Иди, иди к родителям своим. Вот давай туда. Боже, рядом. Боже, сюда иди. Ну вот, видите, как гуляет без поводка. Ну как даже гулять со своими собаками?
Что-то текила осмелел. О, ты посмотри, блин, жалко на камеру. Нет, видно или не видно? Нет, ты, нет, посмотри, посмотри, какая мушкара. Фух, да вон, вон, смотрите, прям вот здесь вот, вон. Вон, сколько метров? Ну, блин, вот не знаю, не видно, наверное. Метра три высоту. В общем, по линия такая аж вверх идет. Да, 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 вот она просто огромная. Обалдеть. Сейчас мы уходим. И что? Ну, так, а может вы... теперь не гуляете? Так, может, вы свою собаку поставите на ошейник? А что, теперь мне может вообще не выйти или в квартире собак, что ли, пускать? Сам понимаешь? Ну... Нет, так не вопрос. Я же не позволяю своей собаке кого-то пускать. Боже, стой! А при чем здесь это? Стой, Боша, иди сюда. Бон, иди сюда. Нормально все, он у вас не агрессивный. Пошли. Стой. Да нет, нет, главное, что он у вас не агрессивный. И все, остальное ерунда. Обалдеть. Ну, понятно. Вот, ребята, видно. Я не понял, что вы имеете в виду. Да не, мы уже заканчиваем на самом деле. У нас видео идет сейчас. Сейчас доснимаем и уходим. Ой. Ну что, ребят, все, пойдем мы отсюда с этого парка. Короче, меня сожрали тут все. Так что, в общем, все, ставьте лайки, пишите комментарии. Все, мы сваливаем.